Вот сколько медных зубил сломали, чтобы такое сделать без сколов. И они говорят, бронзовых еще. Building. Ага, залепили. Вот тут нормально была палка, тут просела чуть-чуть. Литье везде, литье. Вот он, вот, вот. Камешек ушел чуть вглубь. Залепили другим материалом. Вот он, камешек. Странная смесь природных камешков и влитых во что-то. И вот оно, железо, металлосвязь, вот он. Ладно. Залепили каким-то бетоном. А вот и металлосвязи, как в любых храмах, так называемых российских. Ну, фантазии нет налево-направо. А вот это классный материал. Но вот такой материал тоже можно залепливать. То есть его как-то плоско раскатали и залепили. Но, видимо, делали в ППХ после второго потопа, когда не было технологий уже почти, людей. Надо было восстанавливать военную инфраструктуру. Вот неровная. Знаете, вот ровная, а вот неровная опалубка была. И вот оно, где-то, ну, тонкий слой металла. Вот зачем этот хомутик? И получается, в Питере то же самое. Вот оно. Ну вот железка. Ее туда впендюрили. Причем впендюрили до того, как залили. Окончательно. Заливка. Точно. Вот это монолит заливка. А вот это вот налепили. Вот залепили другим материалом. Вот она, родная. Заливка. И вот пошли хомутики. Нахера эти хомутики? Что здесь было на них? Это они явно не скрепляют. Они... Что-то на них не село, в общем. Бедные зубилы.
Ну вот, четко как идут энергии. Какие-то руны. Прикольные руны. Ну там пустоты. Ну и вот металлосвязи. Родимые через все пространство. Один в один, то же самое. Копия. Медные зубилы бедные просто вагонами расходовались, вагонами. Ничего так, полукруг. Вот нахрена такой полукруг? Опять эти руны. Тут металл был. Что-то тут стояло. И тут влепили явно. Потому что ничего там нет. Вот оно, железка. И вот это вот воды. Или не воды. И вот опять вот это вот колечко. На какой-то хер. Любимые закладки. Любимые руны. Ни хера не видно. Опять ни хера не видно. Свастика. С фашизмом вообще не связано никак. Тут что-то было и залито. И вот тут что-то было. Наверное, металлосвязи. Нет, нет, не металлосвязи. Красота. Тут просто красиво. Ом-пом-пом. Похоже на металлосвязь. А их пиндюрили железка. Для скрепления чего-то. Еще одна железка. И вот она. Я
jengo hili litafanya kuwa na jengo la historia na jengo la kumbukumbu. Kwa hiyo baada hapo kaya blech historia tena baada ya kuanguka dola ya Romani. Baada hapo sasa Mwenyezi Mungu akaleta Don Kristi Pendurin. Брали. Косяк. Даже наши предки не были идеальны. Чего уж говорить о нас. Вот за такой прораб бы расхерачил всех рабочих. А я как-то не знаю, да? Командир, где куда несет? Где? Но только 4 крестовых похода объявлялись на освобождение Бога Господня. Они шли на их. Как меня за хрен достал этот бред про крестовые походы? Не дойдут до Иерусалима. И люди же верят. И остановятся здесь, в Константинополе. Они шли, хватит грабить. Грабить они шли уже не просто христиан. Сказ. Они шли сюда как врага, потому что именно здесь нам дали. Ой, блядь, не блевать тянет от этой исторической хрени экскурсоводов. О, Мить хороший проводник. Листы медные, листы. Значит, была цель какая-то. А если была цель? А если была цель, то значит и... О! Как это умягчили? Ну как-то ведь размягчили камешек. Один в другом оказался. Все, хватит. Ну и то же самое, такие же фракталы тут. Один в один фракталы. Один в один. Ну вот на пол набросали, что было, и размягчили. Типа золото, намалевали крестик и все, и все счастливы, все поверили. Типа это христианство, типа религия. Угу. Вот свастики там не подделать, свастики на двери, которая вшита. А тут крестик намалевали и все. Вот он, Неандер.
Вот это связано с христианством, я сомневаюсь. Это связано с христианством, вряд ли. Тест Родшиха. Покажи пятно и скажи, какие у тебя ассоциации. Оказывается, ни хрена не Родших придумал. Наши предки придумали. На что похоже? Цветок, инопланетянин, ядерный взрыв. Что это такое? Причем парой? Тест на ассоциации. Это место было для психологической релаксации. Я понял. Это связано с христианством? Нет. Начнем с двери. Стрелка. Руна. Прикольненько. И это мрамор. Чистый. А вот тут видно, что все это великолепие сделано из кирпича. Просто кирпич. А на пол бросили то, что не жалко. Бросили и обмягчили. Вот это железки готовят, чтобы закрыть все это. Но я что смогу, поснимаю. Квадратно сделанные своды. Герои такое вижу. Круто. Круто, круто, круто. Угу. Дверца, резонатор. Класс. И там такой же. Встреча волна. Двумя резонаторами. Один резонатор тут, другой, как всегда, напротив. Стоячая волна. Насыщение. Камни нужен массив. А вот тут немножко приложили ручки. Железка тут была. Это типа белого камня в большом массиве чего-то розового. Такая же розовая хрень, как в Бангладеш, в этих вазах. Во, а тут сделали сливы. Ливневая. Монолит тоже. А вот тут край как оплавленный. Уставали, Эндерсон?
Это вот все откуда? Это сверху упало само. Как это поднимать все? Волноводы, а потом для рассеивания энергии. Круто. Круто, 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 круто. Да. Вот этот вот бетон чисто виден, как современный выглядит. Ну вот, вкратце все, и вот единственное, пожалуй, сейчас покажу единственное, почему на вот этот храм назвали именно храмом, а не синагогой и не мечетью, потому что там были крестики, хотя вся архитектура один в один с голубой мечетью, там такие же композиции, такие же фрактальные узоры и так далее. То есть это был типовой некий комплекс. Ну и достаточно на сегодня. Следующие два ролика будут просто сенсационными. Остаемся на канале и смотрим канал «Цельнозор» для формирования цельного видения ситуации. Добра!